Сегодня у нас праздник. Сегодня у нас 16 лет, как мы с Игорем познакомились. И поверьте, я забыла опять. Игорь начистил картошки. Я такая в кастрюле с картошкой иду с вилкой, а он мне говорит, не трогай. Я говорю, почему? Он говорит, еще Антон не приехал. Я говорю, почему? Не трогать, потому что Антон не приехал. Он говорит, сядем все за стол и покушаем. Я на него смотрю, говорю, я не поняла. Он говорит, сегодня 16 лет, как мы с тобой познакомились. Мне так было приятно. И вот приехал Антошка, и он приносит, Игорь приносит тортик. Смотрите, какой красивый. Так, а я сегодня, не зная об этом, сделала такую намазывалку. Здесь крабовые палочки, твердый сыр, чесночок и майонез. Очень вкусно получилось. Можно на тостике греночки такие поджарить и выложить. И думаю, если они горяченькие, сыр будет немножко тянуться. А сейчас с горячей картошечкой положила. И нарезала, смотрите, какая колбаска. Она ночь постояла в холодильнике. Вообще обалденная. И видите, сахар добавляла, и цвет весь сохранился. Она не серая. И вот эта салка, которую я подваривала, а которую не варила, оно вот здесь, вот видите, здесь серое, а которую не варила, оно все красненькое, красивое и вкусное. Короче, с картошечкой сейчас скушали, колбаску, вот эта салка и намазывалочку. И сейчас вот буду резать тортик, думаю, открою, покажу для вас, какой тортик Игорь купил. Мне так приятно, что он помнит эти все дни. Это очень редкость для мужчины, чтобы он помнил такие даты. А я, видите, забыла. Ну ничего, очень приятно, когда мужчина напоминает тебе о том, что он помнит тот день, в котором он тебя встретил. Так что приятного нам всем аппетита. Вам тоже всего хорошего. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Сегодня вам такое коротенькое видео. Всем всего хорошего, здоровья. Всем пока.